Немало острых, захватывающих моментов переживают болельщики, наблюдая за игрой любимой футбольной команды. Этим летом в Щелковском районе таких возможностей у них было предостаточно. Сотни участников, от юношей до ветеранов, встретились на поле во время летнего футбольного первенства района по футболу. Награждение призеров состоялось в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Особые слова благодарности хочется сказать сегодня Федерации футбола Щелковского муниципального района. Тем коллегам, которые поддерживают Федерацию спорта Щелковского муниципального района. И, конечно же, болельщикам, которые приходят на матчи. Летнее первенство Щелковского района по футболу среди мужских команд проходило с 24 мая по 16 сентября. Более 15 спортивных клубов приняли участие в соревнованиях. В группе А лидировала сборная «Моб Кидс». Среди команд второй группы первым стал Щелковский «Каскад». В первенстве среди юношеских команд различных возрастных групп победу одержали Щелковская детско-юношеская спортивная школа, ДЮСы Шала Синопетровского и команда Центра физической культуры и массового спорта города Щелково. Золото в соревнованиях между командами ветеранов. В группе 40+ взял футбольный клуб из Гребнева. Первое место среди участников группы 50+ заняла команда «Старка». В преддверии награждения в спорткомплексе состоялся матч по мини-футболу между командой Центра подготовки космонавтов и Щелковского колледжа. К неудовольствию фанатов из города Щелково игра завершилась со счетом 6-1 в пользу ЦПК. Тем не менее, интересных моментов было немало. После летнего первенства отдохнуть пару месяцев и снова к работе. Уже в ноябре стартовал зимний сезон соревнований. Он продлится до начала марта. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».